Черепаха, как нам известно из сказок и загадок, носит свой дом на себе. Но это в сказках. А на самом деле черепахе, как и всему живому, нужно комфортное жилье. Глаша – красноухая водоплавающая черепаха. Большую часть жизни она провела на станции юных натуралистов. Но полгода назад ее судьба счастливым образом изменилась. Черепаха встретила девочку Настю. Нам сказали, что можно взять одну черепаху. Но и нам сказали, что сообщить это своим родителям, может быть, они согласятся. Чтобы подготовиться к встрече с Глашей, папе Борису Алпатову пришлось познакомиться со специальной литературой. Для Глаши пришлось купить акватеррариум, а в него фильтр, две лампы для обогрева и ультрафиолетовую, специальный грунт, домик, корма. Фраза Кота Матроскина, что лучше бы вместо тебя, Карам, говорит Шарику, завели бы черепаху в коробочке. Вот эту черепаху в коробочке я возненавидел, эту фразу, потому что она характеризует именно сложившийся стереотип. То есть это действительно практически любой человек считает, что черепаха – это существо, которое может в коробочке. Годы, которые Глаша провела на станции натуралистов без должных условий и присмотра, сказались на ее здоровье. Панцирь черепахи разъел грибок. Сквозные пробоины привели к повреждению внутренних органов. Чтобы вылечить животное, Борису пришлось освоить профессию ветеринара. Он научился вставлять зонд для промывания желудка, тампонировать открытые раны. Да, Глаша, она меня не очень сильно любит, потому что я ей доставил в этой жизни, по ее мнению, много неприятностей уколами, достаточно болезненными. Поэтому она вот так реагирует бурно. Многие домашние черепахи в России сегодня находятся в бедственном положении. Об этом Борис узнал на сайте «Черепаха.ру». Автор сайта Милана Петрук вместе с друзьями 3 года назад создала специальную команду помощи черепахам. За это время курс лечения здесь прошли уже 250 животных. Вот эта черепаха, она держалась в неправильных условиях. То есть люди ее держали на полу, без освещения, без тепла. Она зимовала под батареей. Поэтому панцирь у нее кривой, то есть горб у нее получается, и он мягкий. То есть при нажатии он прогибается. Сегодня и Борис – активный участник сайта. Отвечает на вопросы, делится опытом. А дом Алпатовых тем временем все пополняется новыми черепахами. Веня, Дуня, Галя. У каждого животного своя грустная история. Кого-то забыли в живом уголке, а кто-то стал неожиданным живым подарком. Черепаха – это, особенно для ребенка, очень плохой подарок. Это не контактное животное. Она не прыгнет на коленки, не замурлыкает, не вытянет шейку, значит, и не попросит ее почесать за ушком. Вот. И по этой причине ребенок очень быстро потеряет к ней интерес, если это не был осознанный выбор. Дочери Бориса, Настя и старшая Вика, с папой, похоже, не согласны. Новые домашние питомцы им нравятся. И они с удовольствием за ними ухаживают. У каждой свой любимец. Ну, мне, например, очень нравится Дуня. Вот. Она спокойная. Ну, как бы по характеру она больше похожа на меня. Веня. Он очень веселый. И очень подвижный. Маленькая Настя рассказала нам, что хочет стать ветеринаром. Впрочем, возможно, она просто подыграла нам в этой истории. А может быть, красноухие черепахи, жизнь которых она изменила случайным чудесным образом, тоже изменят жизнь Насти.